Остеоартроз – заболевание, которое часто встречается у спортивных лошадей. Из-за этого недуга они вынуждены рано завершать свою спортивную карьеру. Но на этом беды животного не заканчиваются. Остеоартроз приводит к тому, что лошадь испытывает боли или вовсе умирает. Все дело в устаревших методах лечения. Они направлены лишь на устранение симптомов. Наш же метод лечения основан на клеточной терапии. В частности, мы получаем микровезикулы для лечения лошадей, которая устраняет не только симптомы, но и причину заболевания. Исследования ученых Казанского федерального университета находятся на этапе получения микровезикул. Специалисты планируют разработать препарат для инъекций. Его они будут вводить в больной сустав. На этапе исследований он будет тестироваться на специальной 3D-биомодели хряща. Это позволит отследить, как препарат повлияет на организм в целом. Будем исследовать их на культурах клеток, прежде всего, то есть без введения животных. Вот как раз первый год касается введения клеток в культуры и исследования инвитро. После завершения исследований ученые планируют внедрить лекарства в схему лечения остеоартроза у животных. Мы выходим на различные организации и мы сотрудничаем со многими ветеринарными врачами, в том числе вот с ветврачами ипподрома, с ветврачами ветеринарной академии и с другими ветеринарными специалистами города Казани. Сейчас проект существует и развивается благодаря финансовой поддержке гранта «Приоритет 2030». Помимо этого, накануне исследования выиграла в конкурсе грант Российского научного фонда. Фалия Минхаирова, Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.